Здравствуйте, меня зовут Ольга Шевченко, я директор студии «Винтаж». Я победила на третьем Yolook Challenge по категории веб-дизайн плюс один. Собственно, с этого началась, наверное, моя такая звездная в какой-то мере первая ступенька карьеры, потому что это был мой первый конкурс по дизайну, где я участвовала, и после него у меня даже жизнь чуть-чуть перевернулась. Я стала интересовать и другие конкурсы, и уже стала больше появляться какой-то уверенности, больше появляться вдохновения и делать что-то очень крутое для того, чтобы как-то немножечко изменять мир дизайна, в первую очередь влияя и на Украину, и таким образом показывая в мире, что в нашей стране хороших и крутых дизайнеров довольно-таки много. Поэтому всем молодым желаю начинать отсюда, ваш звездный путь будет очень быстро, стремительно идти вверх.